Добрый вечер, меня зовут Марина. Мы сегодня присутствуем на 68-й пиар-вечеринке ТВ «Шанс». И сейчас я буду брать интервью. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Ткачев, тире Петрович обязательно, чтобы не перепутали с бывшим министром сельского хозяйства, бывшим губернатором Кубани. Вот. Потому что если набрать в поисковике Александр Ткачев, 5 раз он выскочит, потом я. А если тире Петрович, 201 я выскочит, понимаете? Все понятно. Скажите, пожалуйста, какая ваша основная сфера деятельности? Моя основная сфера деятельности – я работаю паразитом. То есть я работаю на фондовом рынке, делаю из денег деньги, ничего путного не производя для страны, к сожалению. Попутно я работаю еще пенсионером, и попутно я работаю еще автором-исполнителем юмористических стихоплетений и песен разных жанров. Это очень чувствуется, что вы, Александр, человек с большим юмором, с большим умом. Скажите, пожалуйста, как часто вы бываете на мероприятии ТВ-шанс? На мероприятии ТВ-шанс, начну с конца. Я бываю 4-й раз, только, по-моему, да, 4-й раз. Вот. Насчет чувства юмора я с вами согласен. Насчет ума вы погорячились. Мне уже скоро 90 лет, у меня Альцгеймера накатывает. И поэтому во всяких вот компьютерах, там, телефонах, смартфонах, интернетах я ничего не понимаю. Как был чайником, так и остался. Понимаете? Вот такое горе. Скажите, пожалуйста, что больше всего вам нравится на мероприятии этого «Шанс»? Здесь поют и танцуют очень красивые девушки. И это впечатляет, согласитесь. Можно я вам одну вещь скажу? Дорогие зрители, слушатели, вот эта девушка, Марина, красивая. Даже, я бы сказал точнее, очень красивая. Я, собственно, побежал давать интервью к ней, потому что увидел и, как это называется, влюбился со второго взгляда на всю оставшуюся жизнь. Благодарю за теплые слова. Спасибо, что даете мне интервью. Благодарю, Александр. Удачи вам. Удачи вам и успехов творческих. Взаимно. Спасибо.